Всем привет-привет! Сегодня хочу сделать обзор на вот такой портативный, но тем не менее мощный ирригатор для полости рта. Это у нас H2O Floss, и приобрести такой ирригатор можно в интернет-магазине Water Pulse Shop. Ссылку я оставлю в инфобоксе, и там же будет полное название данной модели. Чем этот ирригатор хорош? Тем, что его можно брать с собой в путешествие, можно использовать дома. В комплектации получаете такую вот коробочку. Также обязательно инструкция. Дорожный ирригатор для полости рта на русском языке, что, кстати, очень-очень удобно. И также сам ирригатор идет вот в такой дорожной косметичке. Она, кстати, очень плотная, выполнена довольно-таки качественно. Мне очень нравится и сам дизайн, и то, как все продумано. Давайте мы откроем эту косметичку, и я покажу вам, как все выглядит внутри. Как видите, все очень даже компактно, много места это не занимает. Здесь у нас располагаются удобно насадки. Насадки здесь самые разнообразные, две стандартные насадочки, одна насадка для чистки языка. Также есть насадка вот с таким остреньким носиком и с щеточкой на конце. То есть все самое необходимое вы в этой модели получаете. Что еще здесь есть? Конечно же, есть зарядка. Вот она у нас здесь, штекер, да, шнур, как его правильно назвать. Также у нас есть сам блок, чаша для воды. То есть смотрите, как все сделано, очень-очень компактно. Вы вот так вот все достаете. Здесь кнопка включения-выключения. А сам контейнер у нас вставляется вот таким вот образом. Единственное, что нужно будет прям попасть, да, вот в это отверстие. Вот все у нас получилось. А сама емкость небольшая. Она идет на 300 мл, но мне кажется, этого вполне достаточно, чтобы провести процедуру очищения полости рта. И при желании, конечно же, можно воду добавлять, то есть это не возбраняется. И вот она сама ручка, куда мы вставляем насадки. Шнур довольно-таки длинный, мне это понравилось. Все работает без проблем, все очень легко, просто. То есть мы вставляем наш вот этот прибор. Также на ручке мы видим регулирование мощности. Новичкам я советую начинать с первой, да, вот этой скорости, а затем уже со временем все выше и выше подниматься. Какие мои насадки самые любимые? На удивление, это стандартные насадочки. Но также иногда я использую и вот эту вот насадку, которая, знаете, такая с небольшой щеточкой на конце, для того, чтобы убрать зубной налет. Она, кстати, с этим справляется просто отлично. Если говорить про такие технические характеристики, то прибор мне очень понравился. Он действительно компактный, он действительно дорожный. И плюс ко всему работает он хорошо. Напор воды здесь достаточно сильный. Также классно все очищается. Убираются какие-то остатки пищи в межзубном пространстве. Происходит процедура массажа десен. Дыхание становится более свежим. И, конечно, такая гигиена полости рта именно с применением ирригатора, она самая-самая качественная. Эта модель абсолютно недорогая. Плюс вы видите, что можете пользоваться ей в домашних условиях. Причем можете пользоваться с семьей, да, здесь несколько насадок, каждому по насадке выдали, и никаких проблем, каждый может воспользоваться. И также удобно брать с собой в путешествие, все продумано, есть вот такой дорожный кейс, все удобненько помещается, то есть никаких проблем нет. От себя бы я могла посоветовать, мне понравилось, и для путешествий я буду обязательно этот набор у себя хранить. В домашних условиях я пользуюсь немного другой моделью, так сказать, более профессиональной, но вот эта штука очень хорошая, мне понравилась, и да,
я рекомендую. Вот такой небольшой обзор у меня был. Я надеюсь, видео вам понравилось. Если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно оставляйте их в комментариях. Я на все отвечу. И буду рада видеть вас в числе своих подписчиков. Давайте дружить и скоро увидимся. Всем пока-пока!